Всем привет! Мы сегодня едем на рыбный рынок в город Пуан. Сколько уж по времени, не знаю, наверное, где-то минут 30 будем ехать. Взяли с собой Асольку попутешествовать. Вот так мы уже едем. Вот так. Посадила ее, чтобы не было жарко от меня. Вот так сидим. Сумка там, да, сумочка. Когда же эта жара закончится? У нас 34-36, ощущается, как все 40. Очень жарко. Мышонок ты мой, путешественник. Какие худенькие, да? А Соля у нас уснула у меня на руках Машин. Проснулась? Да нет, еще спит. Спит. Так, мы тут будем сейчас смотреть, где тут есть. Там море. Горы, красота. Чувствую. Ой. Боже мой, офиг не видел, они сидят на каждом столбе. Хищницы. Ой, ждают, они ждут рыбу. Ой, а это кто же такой? Это не чайка. Смотри, Настя, это не чайка. Она коричневая. Где? Да вот, утка какая-то сидит. Где? Ори. Утка, да. Ори. Ори. А кре? Нет, это тоже чайка. Уже? Выхожу. Наверное, она загорела. А, это маленькая. А, слушайте, здесь давайте ей маску-то оденем все-таки. Красивая.
А где он? Нет? А вот кто так? Ее знает? Не знаю я. Ну да, наверное, чтобы это... Не хочется. Ну, есть на солнышке. Встали, конечно, на самом солнышке. Ай-яй-яй. Ой, здесь такое. Смотрите, ой, здесь такой скам было. Как тут много рыбы всякой. Как интересно тут, смотрите, какая рыба. Пахнет рыбой, конечно. Мама, ты сколько мы покупали эту красную штуку, ты не помнишь? Красную? Какую? Что-то 10, по-моему, или 15. Как много? Ой, я не хочу. Ну, она в два раза больше маленькая должна быть. Настя, у тебя одни десятки там, да? Какая рыба длинная. Что это такое за рыба? А где? Где наша цель? А вот она, это разве не скумбрия? Нады, пады, ходено, ходено. Ходено, скумбрия. А сколько? How much does it cost? О, мама. Very cheap. А сколько? Здесь можно снять ей вот эту. Солнышко, нет? А, там, все. Ой. Ходено. Так, а что там Настя застряла у нас? Что? Мы нашли? Это уже интересно, не разумею. А это икра, мы же жарили. Как же мы не трогали? Это разве икра? Икра. Мне кажется, это икра. Не-не-не, это куски рыбы. Это икра. Нет, это вот такая, которая длинная рыбина. Мне кажется, там это икра. Икра в оболочке. Мы жарили. На вкус она была тогда дешевая, в магазине жарили. Возьмите, пожарите ее. Или не надо? Не знаю. Джон Хон. Как это икра-то по-английски? Икра. Да, правильно. Икра. Вы купили? 20,000. 20,000. Это, по-моему, дорого, нет? Дорого. Аня. Это дорого. Мы покупали в магазине, очень дешево тогда. Там то ли скидка была. Мне кажется, там мелкая была. Ну, там чуть поменьше, но какая разница? Вот тут плавающие. Боже, а как тумбицы такие? А, это рак, вот такие большие рафленькие. Я думаю, черепахи. Слепка. Камбала. Здоровая. Здесь все вкусно. А вот здесь так от мух отгоняет все это. А все равно не... А нет, они закрыты. Скат, что ли? Каймары. Креветки-то какие огромные, вы поглядите. Вот моя рука, и вот креветки. Видите, какие большие. Вот такие
практически здесь все то же самое. Надо было здесь спрашивать, подальше от входа, сколько стоит здесь вот это, то, что ты купила. Давайте спросим. Может быть, здесь чипы? Because far from enter. Можно же просто узнать, сколько это стоит? Боже, какая она мелкая-то. Такая мелкая, вы посмотрите. Такая мелочь. Мелочку золотая. Смотрите, сколько тут всего. Слушай, это что, креветки такие сухие, мелкие? Вот эти креветки мелкие, видите, какие? Там были крупные, такие же, как мы ели в ресторане тогда. Спросите, сколько здесь стоит? Так же, да? Все. А что ты хочешь еще взять? Можешь почитать, что там будет. Да? Я не хочу. Не хочу я пробовать ничего. Водоросли. Слушай, а вот это водоросли, Настя, не такие, как у тебя, вот суп варить. Такие же, как тебе дарили, водоросли, не они же. А здесь-то выскочила просто посмотреть, это что это, типа воблак, что ли, сухой. Как здесь висит все. Я вот боюсь такое есть. Тут мухи по ним ползают. Им же отложить своих какашек, извините, расплюнуть. Да, рыбный рынок есть рыбный рынок. Он такой немножко, фу, чумазый, пахучий. Я просто не очень понимаю, если это стоит столько же, то зачем нам... Ой, это надо оттуда. Если только это... Что катаю? Мори, ранкори... В Корее так не положено, здесь надо все изнутри вырезать и продавать, разрезать на части, так же как мясо. А что тогда они продают такую невычищенную, непонятно? Ну, они же тебе предлагали разрезать, сказали, что это не надо. Он говорит, что они подарят. Не знаю, будем учиться дома, значит. Мы же когда это покупаем. Ну да. Дома я хорошая. Том, сказали, что ты на меня похож, потому что глаз коричневый. Это лето, не да? Да? Все? Все? Ой, а что это такое? Вот такие. Там было?
Это не камбалы, это вообще, это по-моему, кальмары. Кальмар, да. Ой, они как варят. Не знаю, они так варятся, бывают как резиновые. 20. Это нам вот. Там рыбу складывают, да? Да. Будем сейчас там с тобой мучиться с этой внутренней. Да, с этой. Там не да. Кажется, все, мы уходим, да? А вот это что такое? Вот это соленые, наверное, креветки как раз? Или нет? Нет, это рыба. Вот она, камбала-то. Настя, только я не пойму, что она такая. Она сырая или не сырая? Сушеная. Осторожно. Но это не соленые, как макки. Вот как они это все... Сушеные. Вот эти скаты какие-то. Здесь же, ну я не понимаю, тут мухи же летают. А как же чайки это не воруют? Вон они сидят на стрёме. Так, ребенку надо надеть этот самый головной убор. Давай мне снимать. Здесь такие плавают. Морские. Да плавающие. Да, сейчас не надо. Давай, солнышко бы подошли в тенёк. Как бы эти чайки не обкакали нас. Ого, какие тут, смотрите, рыбёхи. Пластатики какие-то. Ой, здоровые какие. Слушайте, а у нас, по-моему, две луковицы там осталось. Слышишь, Настя? Я смотрю, там лук продается. Может, он недорогой? Лук. У нас две луковицы. Просто здесь очень много. Может, вы хотите захватить рыбу с жареным луком? Ой, это что-то очень здоровое. Это очень много. Это очень много. Это если бабушка делает, вот когда, это так. А так много. Биг. В общем, закупились рыбой. Жарище невозможное. А Солечка тут вытерла всю мокрую. Вот я брала специально такую холодненькую мокрую платочек. Вот так вот. Ножки, ручки, все, вытерли ей хорошо. Сидит, играется, даже вот таким влажненьким хорошо накрыться. Где-то я читала, когда жарко, нужно брать простыни, замораживать их, ну, сухие, понятно, а потом холодные класть на кровать, чтобы было прохладно ложиться спать. Очень жарко, очень. Фу, я все-таки не люблю эту жару. Не любители жары. Поэтому летом корень. Да, летом корень сезон. Не было бы короны, летом можно было бы уезжать на дачу в Россию, сидеть там спокойно. Уезжать на дачу, чудо потом. Ну, на месяц арендовать домик и сидеть там уголь. А я бы от дачи не отказалась. Едем домой, будем рыбу готовить. Рыба намного дешевле здесь, даже с учетом бензина. Одна скумбрия, одна штука в магазине стоит 7000 вон. А здесь мы купили 4 за 10. А мы купили 8 за 20. Вот и считайте, сколько мы сэкономили. Деловая такая колбаса, прям в сумку сама залезаешь, достает оттуда все, что хочет. Играйся. Едет ребенок и держится, никто не учил. Всего-то от роду 8 месяцев.
Она, пожалуйста, тебе. Освоила уже, увидела, как бабушка тут держится. И сама ручки тянет. Да, ей надо кресло брать в следующий раз. Ну да, будет ли сидеть, не знаю. А в Корее как? Не обязательно нужно детей в кресле возить или нет? Ну, у нас-то строго с этим в России. Не настолько строго. Жарить ту, которая была вся очищена. Хотела обвалить муки, но у скумбрии мне не удалось отодрать кожу. Поэтому я сейчас положила кожу вот внутрь. Сковороду на масло положила. Насыпала приправ. Не знаю, какие рыбы нужны. Вот я посыпала розмарином. Что это еще здесь? Травы, итальянские травы. И у меня есть приправа такая для рыб. Тоже сюда насыпала. Вот кубик растолкла. А смотрите, как они упаковывают. Все здесь, видите, с кусками льда там было у меня. Вот там лед лежит. Вот с этой рыбой надо еще разобраться. Жарим. Вот такая у меня рыбка получилась. О, с лучком. Вот здесь две рыбины. Это на 5000 вон. Вот 5000 разделите на 4. Плюс лук, ну по 1000 вон порция, можно сказать и так. Получилось с учетом там газа, вот этого всего, затрат. Ну, это нормально. Очень даже нормально. Сейчас рис. Дядь будет съесть с рисом. Дочки, вот я картофель запекла в печке. Высвече. Дядь тут рис. Все. А я что-то не хочу ничего. Хочу чаю с шоколадными конфетами, которые мне прислала Ланочка Арт. Света, тебя добрым словом теперь все время вспоминаю. Так, и плюс они будут еще, наверное, кимчи там и что-то еще.